предприятия «Брестжилстрой» большая ветеранская организация. На учете в первичной профсоюзной организации состоит 309 пенсионеров, бывших работников. Сейчас, в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в мире, профсоюзы организовали помощь своим бывшим рабочим, которые проработали более 20 лет на предприятии. В первичной профсоюзной организации «Брестжилстрой» совместно с руководством предприятия была предпринята акция по поддержке ветеранов предприятия. Их сегодня на учете состоит порядка 309 человек. Были сформированы продуктовые наборы за счет средств первичной профсоюзной организации на сумму порядка 6 тысяч рублей. И выделены средства руководством предприятия в размере 4 базовых величин для поддержки данной категории людей. Продукты питания, юбилейная газета, посвященная ветеранам, и материальная помощь. Это и многое другое было вручено волонтерами ветеранам труда «Брестжилстроя». Ну, счастлив, что организация процветает. Счастлив, что пенсионеры еще живут. Ну, до сих пор еще у нас пенсионеры держатся. Сейчас, когда в мире неспокойная эпидемиологическая ситуация и в зоне риска находятся прежде всего пожилые люди, такая поддержка очень важна. Ведь если возникает какая-то сложная ситуация, люди и организации не могут и не должны оставаться в стороне. Ирина Кузьмич, Павел Малашонок, Александр Макаревич, телекомпания МВУК-ТВ.